Дорожные баталии в стиле «Форсаж» прошли в минувшие выходные на взлет. Под рев мотора, скрежет шин и оглушительные автозвуки открылся сезон «Time of Drag 2015». Это массовое автоспортивное соревнование, участникам которого пришлось преодолеть несколько гоночных этапов, чтобы занять свое место на пьедестале. Первое – это будет пробные заезды. Дается несколько пробных заездов пилоту. Потом идут квалификационные заезды. Это уже на время. По показанию времени составляется турнирная таблица. По турнирной таблице подбираются соперники друг к другу. Машина выезжает на стартовую полосу парно. Вот. И уже следующие заезды происходят на выбывание. Ну, соответственно, кто остался, тот чемпион. Большинство участников уже не новички. Гонки для них – это хобби. Долгие подготовки, немалые затраты – ничто по сравнению с непередаваемыми ощущениями и всплеском адреналина, когда несешься на трассе. Нет, к этому событию мы готовились очень долго, трепетно, как так скажем. Не первый год уже собираем автомобили. И все это пошло как бы с 2000 годов, с фильма «Форсаж», да, вот такой новый бренд появился. Как обычный, нормальный, там, как нормально ребята начали заниматься автомобильным спортом. Почему я выбрал именно 402 метра дрэг? Это как вам сказать? Это как прыгнуть с парашюта. Это там 15 секунд, это 12 свободы. То есть там все делается автоматически. Ты просто отдыхаешь и вот в холодном поту приезжаешь с заезда. И тебе просто хорошо. Соревновательный дух вкупе с дружественной обстановкой – то, что цепляет гонщиков и заставляет их возвращаться на ульяновский драг-рейсинг из года в год. Многие заводят здесь новых друзей, делятся друг с другом опытом, а если у кого-то возникают неполадки с машиной, с радостью помогают. То есть организация с каждым годом все лучше и лучше, то есть участники тоже подтягиваются, новые, то есть общаемся, там уже новые знакомые появляются, помогаем друг другу. Вот случилась поломка у нас вчера вечером, то есть мы приехали уже вчера. То есть ребята нам не оставили в беде, помогли. То есть мы съездили до автосервиса, заварили, то есть то, что нам надо было. То есть спросили, сколько денег, они сказали, да ничего. В этом году отмечен наплыв участников. Страсти накаляются, а конкуренция растет. Но лавры и призы, как признаются сами гонщики, для них вещи второстепенные. Возможность просто поучаствовать и интерес к происходящему – то, что свело их дороги. Юлия Дегтярева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.